Приветствую всех на своем канале, уважаемые зрители, и давненько у меня не было действительно годных и олдовых сайдов, и к вашему вниманию предоставляется один из них, Magic Drop. Давайте так, я разыграю к этому видео 325 рублей на твой замечательный и успешный Kiwi кошелек, и все, что тебе нужно, чтобы получить эти замечательные бабосики, написать эти замечательные комментарии, а количество будет 675. Итак, повторим заново, 325 рублей на 675. 5 комментариев. И важно, что от одного своего YouTube канала ты можешь писать не больше 8 комментариев с указанием ссылочки на свою страницу ВКонтакте, ну или Kiwi кошелек. Кстати, все результаты проходят в моей группе ВКонтакте по ссылке в описании. И еще они длятся в прямом эфире. Ну, в общем-то, ты все понял, и приступаем к ролику. Так, всем плавленный привет, еще раз у микрофона бог, и это Magic Drop. Поскольку я пополнил баланс на 2000 рублей, у меня есть доступ к бонусу, к пополнению 35%, собственно, я его вам покажу. Ну а пока что, ребята, пока что надо открывать карточки и делать апгрейды, все вот это вот нужно, просто разрыв шаблонов. Давайте так, у меня есть 20-35%, и знаете что? Вот этот промокод, меч. 35% к балансу. Нажимаешь активировать, и все. И появляется вот эта вот табличка. Полчаса она у тебя длится, и ты должен успеть пополнить. Я уже успел, промокодик чисто для вас. В описании и в закрепленном комментарии я оставлю ссылочку. Также на сайтике действуют ежедневные бонусы, и за каждый день ты будешь получать все больше и больше монеток. Понимаешь? И тут есть краткая информация для тех, кто в танке. Ну и давайте на 2000 уже что-нибудь откроем, что-нибудь интересное. Новиночки сегодня появились, ребята, актуалочки, и мы начнем сразу откуда? Правильно, с Revolution Case. Поставь лайк и обязательно нажми на колокольчик, друзья, чтобы не пропускать новые видео, обязательно это сделайте. 100 трек. Да. Что? Сколько? Да. Вот так вот делаются деньги. Спасибо, Magic Drop. Вот все-таки олдовые сайты. Ребят, напишите, пожалуйста, как давно вы знаете об этом сайте. Еще один! Такого не бывает. Вот это на вывод уже пойдет. Подарок за пополнение какой-то высветился. Ну-ка. Так, как это работает? Хочу узнать. Уважаемые друзья, представляю, что... Ладно, это долго, пацаны. Вы бы тоже не читали, согласитесь. Давайте просто тыкнем. Вот сюда. 1000 рублей на баланс? Го, Кейси, ты... Что? 1000 рублей на баланс на халяву! А что тут еще могло выпасть? Ну-ка. 40% к следующему пополнению. 3х пополнения. Ой, тут еще и могло выпасть... А нам самый дорогой приз выпал, считай, самый практичный. Ну, практически. Ребята, давайте лайки за это. Слушай, а как хорошо мы зашли. Magic Drop, нифига себе. Давайте тайного откроем тогда. Ни хрена себе мы зашли, друзья. Давайте так, ну вот если ролик наберет действительно нормальное количество лайков, 2500, вот 2500, братва, то я, ну, наверное, повторю, собственно говоря, открытие. Здесь же есть контракты, вот здесь контракты максимально топовые. Смотрите, как они делаются красиво. Очень крутые контракты. Сумма 5,5 косаря вместе с эмочкой, да? Что-то это перебор. Можно как-нибудь отменить? Да, я не хочу эмку сувать дорого. Так, ага, никнейм бог. Бомж, давай бомж напишем. Ребят, ну вот это только на Magic Drop есть. Я не знаю, почему другие сайты над этим не запарились, но мне нравится, что Magic Drop, ну, типа, есть такая фишечка. Вот это уже адекватный ник. Сумма вот такая, роспись сделаем свою вот тут вот. Как в паспорте, давайте. Прикинь, в паспорте такую роспись. Бог. Поехали. И замазываем ценник, чтобы было интереснее. Все как у Габена. Жалко, что эту функцию убрали, ребята. Очень жаль. АВП не на унуар. 2355 рублей потратили. Получаем 2000 рублей. Окей. Забрать профиль? Нет. Забирать я не хочу. А, пока рано. Контракты, карточки, новые наборы. Что задержится? Ага. Ага. Апгрейд. Есть апгрейд. Все. По-моему, здесь не было апгрейда, когда я заходил. Неужели добавили? Так, 2х. Берем пилот. 41%. Неплохо, неплохо, если мы сейчас выиграем. А мы не выиграли. Ну что ж, ладно. Ладно, Magic Drop. Значит, так, да? Хорошо, продаем. 5000. Ну, уже не 2, ребят, уже 5. Слушай, мне очень сильно понравился вот этот вот кейсик. И я бы его открыл еще раз. Мне нравится прокрутка, мне нравится дизайн. Я уже, ну, много раз говорил, что здесь реально все по топу. Опа! Убийство подтверждено, Юспецкий. Ага, сколько ты, блядь, стоишь? Ни хрена себе.
Я не знаю, я решил открыть на все деньги, потому что мы уже окупились одного скина, но мне кажется, это далеко не предел, может быть, что-то еще выпадет, но вот это как раз все можно на контракт, понимаешь меня? Раз, два, три, четыре, пять, не, ну сайт топ, мы уже как бы окупились, роспись давай сделаем, вот такую просто, напишем лох, может быть, как-то нам это поможет. Давай ценник замажем, чтобы его не было видно, это все замажем. И что нам выпадает? За 2700 мы получаем по итогу 280 рублей. Ха, понимаю, минус 2000. Ладно, мы продаем ЮСП. Слушайте, ну ролик как-то у нас, конечно, максимально странно записывается. Но давайте еще раз попробуем. Мне нравится этот сайт. Я не знаю, почему, реально магический какой-то. Хочется возвращаться к нему снова и снова. Но не всегда, конечно, по бабкам это получается. 3000 рублей. Так, а быстро нельзя открыть. Давай, может быть, вот Revolution Case. Реально Revolution Case. Что-то невероятное этот сайт творит сегодня. С нашим балансом и с моей... Стой. Стой. Это же все равно дорого, правда? 1400. Отлично. В два раза. В два раза это неплохо, друзья. Статрек. Опять статрековская. Ути моя красавица. Молодец. Революшенки. 2200. Ой, молодцом. Ребят, главное не заиграться и что-нибудь в конце концов вывести. Достаточно интересный ролик уже выходит, как по мне. Сатрек Колымага. Я думаю, стоит денег тоже своих. 700 рублей явно, да. Вот это вот мы продадим. Вот это продадим. И вот эти два спина сейчас сделаем. Поехали. Revolution Case. Ну давай, давай, что-нибудь годное и что-нибудь очень интересное. Меха на пушку вижу. Да? И горячие грезы. Хорошо. 1600 рублей, даже что-то окупило. Попробуем апгрейды с этого всего сделать. И на самом деле надо уже что-нибудь забирать, ребята. Я даже не знаю, как это все воплотить нам. 2,5 это вообще жесть будет. Давайте двоечку сделаем. Юспик, попробуй, 37%. Давай. Стоямбус, пойдет. Заново. Так, давай теперь вот этот апгрейд. Хочу скин. Хорошо, давай, 39%, блин, жестко. Это вышло? Это получилось? Что? Да ладно, слушай, ну, теперь нужно сделать апгрейд. Ой, контракт года, ребята, это контракт года просто сейчас будет. Раз, два, три, четыре. Калашик сейвим. По итогу, контракт в минуточку, задумайтесь, 5864 рубля мы отдаем. Я даже эту сумму просто не хочу видеть больше. Это страшные какие-то цифры. И мы давайте прямо сейчас все замажем. Это будет последний контракт, и неважно, что нам выпадет, мы заберем. В любом случае у нас есть наш баланс плюс то, что нам выпадет. А это уже хорошие новости, ребят, я вам скажу. По идее, получилась отличная серия. Давай. 5800 потратили, получили. Прошу, только не 100 рублей. 5800. И в итоге мы меняем их на 700 рублей. Не, ну я не хочу так ролик заканчивать. Вы уж меня простите, пацаны, но что-то контракты на Magic Drop поднажали как-то. Ну, как-то подвели меня сегодня. Revolution Case. Вся надежда на тебя, братан. Что-то интересное... Стой. А, ну, стой. Ну, вот как бы да. Да-да-да. Вот ее и можно. Сколько? Да ёб твою медь, хорошо. Все, ребята, забираем эти два скина. У нас в три раза сегодня плюс. Это был бог, это был Magic Drop. Промокодик в описании, меч, три буковки всего. Какие три, дурак? Четыре буковки. Нажимаешь активировать, получаешь промокод на 35%, пополняешь баланс с кайфа. Просто нереальный выпуск. 2500 лайков, и я возвращаюсь на Magic Drop. Всем пока-пока.